Всем хай! С вами я, Майн, и сегодня мы продолжаем нашу всеми любимую рубрику «Мини-милиция. Продвижение от нуля до профессионала в игре мини-милиции». Очень долго не было видео по ней. Даже я успел соскучиться, что даже для меня очень странно. Зато сейчас буду играть с удовольствием. Хочу сразу в команду, чтобы, типа, командный бой был, мы были с другими игроками. Просто я прям, ну, думаю, что я разучился играть. Опа, мы появились. Сейчас быстренько. Как? Честно, я же говорю, я не помню вообще. Практически здесь ничего. Раз, два, тут... Там кого-то бьют. Два, три. Вынес одного. Ха. Не успел взять оружку. Точнее, успел, но не успел выстрелить, да? Уйди отсюда. Опа. А чё-то нифига, не, нормально. Думал, разучился, а нет, всё. Окей. Так, берём УЗИшку. Что у нас тут ещё? Там мой союзник, у меня мало ХП. Так, стоп. Идите нафиг, я не хочу отдавать никому свою жизнь, я лучше сам сдохну и как бы сдамся. Я троих убил, ну, неплохо, за 2 минуты троих, это, тем более, если я сколько уже не играл, это хороший результат, я так считаю. Так, оп, красивый, и интересно мне, кстати, я могу брать М-ку? Нет, она у меня закрыта. Вот называется, когда не прокачиваешься в игре мини-милиция, что происходит. А вот калаш, я помню, я брать могу, да? В смысле? Это как-то все неправильно. Так. Оп! Так, минус один. Минус два. Эпично, красиво, суперски. И я не помню, меня убили или я умер из-за своей же гранаты. Вот это вот я что-то... Ты чё, скотина, а? Давай. И то и вот кидай тут свои гранаты, тебе ничего не поможет. Я отвечаю просто. Ну это ладно. А, и, ну, действительно, мой союзник вышел. Я сдаваться никакими судьбами не собираюсь. Я буду просто идти на таран и разносить вообще всех. Давай. Ой, гранату он там кидает. И давай, иди сюда, не сыкуй. Вот так вот. Легко. Не напрягаясь. Ой. Иди. Опа. А вот это опасно будет. Да чё ты там стреляешь? На, двоих. Этот сдох на своей же гранате, добил. Это что-то там творит. Ну-ка, я хочу встретиться, я хочу месиво. Ух ты! Иди нафиг! Разнос по всем фронтам, крантам и так далее. Ах ты ж так. Ну, игра, кстати, закончена. Я убил 10 человек и получу за это... А сколько, кстати, я получу? Я не помню, какие тут расценки... А... 50 монет. Вау. Такого не ожидал, конечно. Меня расстраивает одно, то, что тут реклама имеется. А. Так, мы появились быстро, эпично, супер.
беленькие там. Или что-то... О! Вот это я брать могу. Все, сейчас разнос будет полный. Прям в голову. Видели? Конечно, видели. Прям в головку. Так. Там какой-то автомат, я помню, что я могу его брать. Оп. Чё, патрончиков не хватило, да? Перезарядочка у тебя была. Ах ты ж, гадина. Да, я помню, эту оружку я могу брать. Я не понимаю, в чем логика мини-милиции. Я могу брать те оружия, которые мощнее тех, которые я не могу брать. Так, берем дробовик. Кто-то там кого-то убивает, а мы потихонечку сейчас... Ой, пойдем и будем как терминаторы всех разносить. Вот на горизонте. Да ты чё боишься-то? Оп, минус один. У меня мало хп. У меня мало хп. Я пошел все-таки с ним разберусь. Да. Немного не получилось, но в принципе... В смысле? Ну, я на первом месте, я же говорю, не может быть такого, чтобы я не смог победить в мини-милиции, в которой я профессионал. Хотя уровень у меня 100% нубика, но, в принципе, пофигу, я думаю. Я хочу вернуть свою оружку. Иди сюда, Эль, проблемы, или кто ты там? А, у меня закончилось. Пускай разбираются там кто-то с кем-то. Ага, нифига себе. Ты смог убить его? У него это оружие, ах ты ж гад, ах ты ж гад. Разнос на раз-два. А, так, берем оружку. А, быстренько. Минус один. Уйди! Так, минус один, черт. Патроны взял. Так, подожди, перезарядка. Разнес. Все. Реально там сидит. Давай. Иди сюда. Ах ты ж гад, он гранаты смог меня чуть поддеть. Но сейчас, подождите. Полетаем, тут чуть-чуть хп повосстанавливаем. Не будем пока что нападать. Хотя пофиг, давай. На. Вынес. Какой, кстати, счет? Я, например, 9-5. Если сейчас делаю 10 убийств, мне опять заплатит 10 монеток, и будет вообще все супер. Давай. У него еще одна граната осталась. Одна последняя. Вот ждет же. Во, потратил последнюю гранатку. Здравствуйте. Ой, я вообще не понимаю таких людей, которые не могут просто понять... Как им действовать? И, короче, мы тут один на один с каким-то чертом. Я не знаю, кто он. С ним я еще не играл. Вроде как профессионал, а вроде как и не очень. Давай, иди сюда. На! Это так, для эпичности. Даже тот факт, что я его разнес и умер сам, мне пофиг. Идет он ко мне на таран. Ой, ты бедненький. На таран идет. Давай, иди сюда. Даже вот чуть-чуть его помучу так. Ой, сколько у него, кстати, хп. Да как так? Он что, себе хп восстанавливает, что ли? У него прям вообще копеечки были, сущие копеечки. Подходит он ко мне, подходит, значит. Давай, иди сюда. Оп. Да ты что, попасть не можешь, что ли? Ладно, я, короче, не буду никого жалеть, потому что нам нужно прокачиваться в этой игре. И я должен делать максимальное количество убийств. Ах, ты ж гад, ушел. Давай. Добью тебя. Бамс.
Вот так вот бывает. С молчанием и надеждой. Как он там так быстро прошел, а? Ну все. Это было легко. Как же хорошо, когда много игроков и происходит постоянно какое-то месиво. Я обожаю такие игры. Ну, было профессионально достаточно, я что могу сказать. Ну, я на первом месте, и вот это очень хороший противник. Как там он был, я не знаю. Давай, 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 давай. Ты чё, вот это вообще нубяра какой-то непонятный. Так, ты мой. Ты тоже мой. Вот так вот надо играть, а не как вот какие-то там вот, которые... Почему нубиков кидает к профессионалам? Чтобы они готовились к серьезной вот такой вот жизни? Да чё ты можешь? Вот чё ты можешь? Ответь мне, а? Со своей вот этой пропердулькой, ППшником. Ты ничего не сможешь просто. Чё, никак, да? Никак не получается, да? Никак. Не идут выстрелы, а мы берем это вот так вот, вот так вот, вот так вот. Мы сейчас и вот так вот добиваем его. А тебя вот так вот закидываем. Ну, понимая то, что не супер-пуперски пуперски получилось. Главное то, что получилось. 7 убийств. 7. Просто. Как же это классно. Где вот этот вот человек? Он тут где-то был. Был человек, нет человека. Так, я хочу... У меня закончилась летучка. Вот он что-то там сверху идет. Я тебя оба подожгу вот так. И будешь отдыхать, и будешь отдыхать. И ничего не сделаешь, вообще ничегошеньки. Гранаты есть, бросок, бросок. Ну вот это красава. Как его? Стоп. Беру свои слова назад, он на самом последнем месте. Говно какое-то, вообще играть не умеет. Тренируйся, что я тебе могу сказать. Тренируйся, тогда все у тебя получится. Да что ты там не это? Минус. Ах, блин, что-то чуть-чуть не сложилось. Давай... Куда ты ушел? Так, сейчас быстренько перезарядимся. Перезарядимся. Куда пошел? Ты сейчас упадешь и не вернешься отсюда. Так, батя возродился, вы меня все просто достали. Я беру М-ку, я взять не могу. Тогда буду продолжать мочить вас, сузишки. Оп, кто-то на моей гранате взорвался. Ну, пофиг, чё. А ты чё там пытаешься что-то стрелять, как будто у тебя что-то получится. Ты нубик. Ну, молодец. Хороший игрок, да, Фейди. Много смайликов, и ты на последнем месте. Ой, лох какой-то позорный, играть не умеет вообще. О, батя в здании. Ну чё, пацаны, спасайте задницу, чё я могу. Да ты посмотри на него, он же прям убегает, убегает. Пытается, чтобы... Ой, гранату он кинул. Ой, гранату он кинул. Что-то пытается сделать, бедненький. У него ничего. Да что ты тут... Я же тебе ясно дал понять, что ты сдохнешь. Ты понимаешь? У меня лоу хп было, и я последним выстрелил. Выстрелил и уничтожил его. Это было просто великолепно. Игра закончена. Да. Очень классно, очень классно. Конечно же, я на первом месте, меня должны все знать. Я 14 убийств сделал и получил 70 монеточек. Я хочу опять сыграть на этой карте, потому что я так хочу. И эта карта довольно-таки популярная.
Ну все. Пуки морковные, будьте... Ах ты ж гад, он прям пошел не по-детски, значит, я так понял. Хорошо, хорошо. Есть такая фраза, которую придумал я. Можно чуть-чуть опуститься, но не упасть. Можно сбавить темп, но не упасть. Хотя по моим результатам так не скажешь. Ну, это значит, я должен сейчас исправляться и делать киллы. Вау, вау, вот с такими игроками я хочу играть, которые умеют играть. Они непонятно как что-то себя ведут. Вот, вот этого я ждал. Вот этого вот месива я ждал. Вау, вот, вот так надо играть. Красавчик, вообще красавчик. Вот это вот ему чисто лайк от меня, потому что он умеет играть, в отличие от других игроков. Чё, ну сейчас, конечно, так по нему не скажешь. Хотя нет, скажешь. Он красава вообще. Все по одному убийству сделали. Все поголовно просто. А он прям разносит. Вот. Понимаете, о чем я говорю? Даже я не могу справиться с ним. Вот за это ему прям реально респект. Но чтобы победить, нужно сражаться не против него, а против других нубиков. Потому что против других нубиков я профессионал. Вот, вот. Ах ты, да, ты, это мое мясо, это мой мешок с говном, ты это понимаешь? Зачем ты полез что-то там делать? Ой, красавчик вообще. Хотя чё красавчик, я тут проигрываю и всех хвалю, значит. А, так, всё, не пойдет. Уже не красавчик, мне это уже начинает плохо нравиться. Вот, вынес. Берем аптечку. Хочешь на снайперках? Вот. Я, как видели, промазал. Тупо. Тупо промазал. Но мне хотя бы надо быть на втором месте, чтобы не остаться каким-то лохом последним. Не успели. Я на втором месте. Я на втором. На втором. Блин, я на третьем. На третьем. Он получил 135 монет. Офигеть, я 25. Ладно, давайте, ребята, выйдем. Во-первых, заберем нашу с вами награду. Это... Вау! Мне чуть-чуть не хватило. Прям чуть-чуть до того момента, чтобы я мог получить какой-то скин. Ладно. Я понял тебя. Я тебя отлично понял. Сейчас забираем 200 монеток. И мы вообще за эту часть уже сколько всего заработали. И там бокс. Сейчас быстренько его откроем. Вот анимация мне прям нравится. 111 монет, окей. Улучшить пистолет. Дробаш. А, и все. Нормально так. Ой, сейчас все быстренько уложим. Так, 900 монет. Нифига себе, дороговато, если честно. И где-то здесь, вот. Улучшаем. Я жду, когда уже нормальный дробовик мне дадут. А то я все с этим каким-то непонятным хожу. Все. Получается, мы почти до 9 уровня дошли. Так, это... Как? Так, запускаем это... Запускаем. Ага. Ага. Что-то непонятно. Окей. Давайте сыграем в команде. Так, для расслабончика на вот этой вот карте. Я уверен, что сейчас игроков будет очень мало. Поэтому придется долго ждать.
Ждать пришлось где-то минуты две, но зато все-таки тут игроки появились. Давай, иди сюда. Раз, попадание в зад. Два, в печень. Ища последний, решающий, в почку. Ну, извините, чуть-чуть в почку не попал, но зато попал в голову. Это уже что-то. Так, кто там еще у нас? Давай добей его, что ты там творишь, а? Ты не... Вот, красавец, вообще молодец. Так, начинаем следующий раунд. У нас тут лазер... Я брать могу. Ну тогда все. Сейчас буду тащить. Быстренько сюда, тут никого нету. Это хорошо, это очень хорошо. Я немного потратил себе хп. Да что ты там это... Угу, я тебя понял, я тебя хорошо понял, мы тут это, выигрываем вообще-то, а вы мне тут это, меня что-то убиваете, первое убийство вообще сделали, это мне не нравится, вы сделали первое убийство, зачем вы его сделали, тем более убили меня-то, а не кого-то там другого, это, я тогда пойду верну свою законную эту штуку, о, здорово, оп, ой, я хотел убить своего тиммейта. Ты дебил? Ты скотина такая, а? Я тебя убью, понимаешь? Блин, у меня теперь хп мало. Ты такая скотина. Ладно. Хорошо, я настроился. Меня убили. Очень даже туповато. Очень. Вот что ты тут стоишь, а? Вот что, вот завис, дебил. Так, давай, перезарядочка. Ни хрена себе. Я пошел, пацаны. Бамс! Убил себя, но при этом убил него. Но он выигрывает тем, что он один, и ему проще убивать нас двоих. И вот в этом его как раз-таки преимущество заключается. Не знаю, как это... Уйди, скотина, сатана! А! Он ушел с другой стороны. Я остался с ним один на один. Уйди! Он остался умершим. Ну, это было жестко прям. Он где-то снизу. Снизу, поэтому я буду наверху. Давай. Не пройдешь. Понимаешь же, что не пройдешь. Оттуда, значит, пошел. Давай, иди сюда. На изи, изи. Фух, но я должен победить и относиться ко всему этому очень серьезно. Перезарядочка, тут готов. Я не знаю, откуда он пойдет. Он наверху по факту не может физически заспавниться. Он внизу, отсюда идет с автоматом. Нет, тут я выиграю только... У автомата больше... Погнали, короче. На, я нанес больше выстрелов. Он подзавис, и это сыграло мне же на руку. Нормально, нормально. Ну, на этой оружке у меня кончаются патроны. И мне нужна хпшечка сейчас. Оба. Гранату, оба. Давай, давай, иди сюда. Уйди. Вот так вот, значит, ты играешь, да? А-а-а! Пацаны. На, фух, это было очень потно. Но я выиграл, и это было красиво. И это главное, что это было очень даже красиво. Я сделал 6 убийств, получил 30 монет. Ну что, я думаю, на этом уже можно закончить, потому что пора отдыхать. Я снова вернулся в свой график снятий определенных рубрик, поэтому спасибо за то, что посмотрели. Если понравилось, ставьте лайк. Если не понравилось, ставьте дизлайк. Это ваше дело. Все, ребят. Всем пока. Пока.